Это «Народный патруль». Всем привет! Весна совсем не торопится на Колыму, создавая все новые и новые трудности. Пока одни пешеходы пытаются пробраться через лужи и грязь, другие провоцируют аварии. Смотрим! На тротуаре возле второй школы снег сошел, забрав с собой асфальт. Теперь ученики на пути к знаниям вынуждены преодолевать грязевые преграды. Улица Горького. Асфальт заканчивается до школы, а дальше начинается грязь. Дальше начинается плитка. Вот такой неприятный участок. В городе снег на пешеходных дорожках еще не растаял, и прохожим приходится либо пробираться через сугробы, либо искать другой маршрут. Это тротуары идут. Дальше тротуар нет, дальше впереди машины стоят, сугробы. И сугробов много. Людям ходить негде. Люди не могут ходить. Там так дальше до конца. Однако и это не все преграды на пути пешеходов. На некоторых улицах можно встретить лужи, обойти которые сложнее, чем переплыть. И пока магаданцы думают над тем, как перепрыгнуть через все эти препятствия, на Соколе уже достали ролики и преодолевают трудности на колесах. Роллеры на Соколе суровые. Это жесть. Это просто жесть. А магаданские подростки осваивают другие колесные приспособления. Они где-то достали тележку из магазина и устроили на ней заезд по дорогам. Надеюсь, такие развлечения привлекут не только новых фолловеров, но и внимание полиции. Оригинальное поздравление – отличное начало любого дня рождения. Компания молодых людей поздравила именинницу, создав отличное настроение с утра не только ей, но и всему двору. Розовые розы, светлые как ожилье, светлые как ожилье, окружающие моей. На детской площадке по улице Берзина детей встречает открытый канализационный люк. Пока до игровой зоны добраться проблематично, кругом сугробы. Но ведь скоро придет весна, снег растает, и дети побегут к качелям, на пути которым пропасть. Ребят, нам тут водоканал подарил новый снаряд на детскую площадку на улице Берзина. Хотите посмотреть? Называется «Вход в преисподнюю» прям. Вот я уже сюда деревяшку кидал, а детишки ее убирают. Для них новое развлечение. Люк верните. Беспечность автолюбителей в Магадане временами поражает. В машинах забывают закрыть окна и двери, и проникнуть в салон беспрепятственно может любой. Ух, какой корч. Дружище, короче, у тебя тут на твоем корче мало того, что окно открыто, так и тачку уже кто-то открыл. Видишь?
Так что это... Ты ее хотя бы закрой. Разберут. В городе происходит что-то интересное, и вы хотите этим поделиться с телезрителями? Или столкнулись с проблемой, которая требует внимания? Присылайте свое видео на номер WhatsApp 8-924-850-26-62, и мы покажем его в эфире программы «Народный патруль». Ждем ваши ролики. До свидания. Группа компаний «Мир Антенн» предлагает актуальную услугу онлайн-видеонаблюдения. Мы установим видеокамеру на детской площадке, и ваш ребенок будет под присмотром. Видеокамера в подъезде остановит непрошенных гостей, а ваш автомобиль почувствует любовь и заботу. «Мир Антенн» – удобное решение для дома и бизнеса. Торговый центр «Идея». Телефон 300-100.